В Экибастузе прошел 11-й открытый чемпионат среди детей и юношей по боевому искусству тхэквондо. В соревнованиях приняли участие команды из Астаны, Кошши, Кокшетау, Щучинска, Степногорска и Экибастуза. В общем, в чемпионате приняли участие около 200 спортсменов. Соревнования проводятся среди детей 2013-2014 года, 2015-2016 года и также 2012-2010 года рождения – это юноши. В основном команды с центра, со столицы приехали, команды с севера Казахстана. Султана Тулеш приехала из города Кошши. Она уже более 2 лет занимается данным видом спорта. Несмотря на свой юный возраст, она уже является чемпионкой Казахстана. Мы приехали с Кошши, со Астаны. Много раз участвовала на соревнованиях. Я чемпионка Казахстана. В чемпионат Казахстана я поехала, когда мне было 7 лет. И там я первое место выиграла. 11-й открытый чемпионат среди детей и юношей по боевому искусству тхэквондо прошел при поддержке отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Акимата города Экибастуза.